поступило. Вас в отделе нужно проехать в железнодорожный отдел для опросить вас по данному факту, вот по вот этой вот тематике. А зачем мне туда опрашивать по данному факту? Ну, поступило, по какой потому тематике? Что сообщение, то, что у вас... давайте повестку выписывайте, я приду, когда нужно. То, что у вас поступил вызов о том, что, запрещенная машина. Какая именно? Вы поясните. Ну вот, видимо, Платонов, будучи своими руками, ну, организация. Ну, организация, это запрещенность? Я не считаю это запрещенным. Ну, а Платон, что это? Я вам еще раз могу объяснить, если вы знаете. Это нечитаемое. Где вы что написано? Платон. Ну, что Платон? Ничего, я Петя, что против, что ли? Ну, я это ваша гражданская позиция. Моя ну и все. Ну, я не считаю, нужно мне ехать какие-то, да, там, давать объяснения. Давайте здесь тогда я вас да, вы попрашивайте здесь. Я не собираюсь никуда ехать в отдел. Я не вижу основания. Если я вам сейчас поясню, что это есть, могу предоставить, если хотите, проедьте его домой. Я вам предоставлю документы на организацию, которым я являюсь председателем Воронежского отделения. Давайте, если есть такая возможность. Да, у меня есть документы, я как бы вам могу их показать. То, что эта организация зарегистрирована в Минюсте. Это официальная организация. Копию мы можем сделать. У меня здесь есть. Можете дать мне. Ну, копию, она, правда, не зарегистрированная. Но у нас же копия какая-то. Ну, она, да, я вам могу дать. Ну, отлично. Ну, вот все. И вся эта символика, извините, я два месяца стоял здесь. Я должен реагировать. Я не знаю, о чем ваши там начальники думают. И начальник, как ваше зовут? Ну, начальник зовут Пыль Владимирович. Ну, он меня лично знает. Можете с ним побеседовать. Скажите, это тот же, тот, который стоял 27-го у нас тоже. Пускай он Енягин, скажите, он меня знает. Я с ним беседовал не раз. Фамилия, имя, отчество. Енягин Павел Николаевич. В отдел полиции я не вижу смысла ехать. День рождения когда у вас? 21.11.63. Место рождения город? Город Воронеж. Проживаете? Я был не в 16. Телефончик уж. 910-340-51-94. 340-51-94. Работаете где? ИП Енягин. Просто еще бы они не уедут там, а то у меня там страховку, по-моему, не забрали. Не отдали мне. Мне что, дали, что ли? Ну, я поэтому и говорю, мне надо тоже сходить. Недолго тут писать. Ну, сейчас напишем, всего копию можете мне дать, чтобы я приобщил этот материал. Будет отлично. Вам что, копию чего? Копию у меня есть устав, есть организация. Ну, это, в принципе, она есть. Вы даже на сайте можете все эти распечатать на нашем сайте. Он зарегистрирован на сайте объединения. Он есть далее в Ютубе. Что 17.12.2017 года, да? Да. Я на своем автомобиле, да? Да. А что там, кого там забрали? Костик, что ли, забрали? Я не понятия не имею. Мне вот сообщение поступило отсюда, что у вас... Мне приехали, сказали приехать, вас опросить. Ну, я понял. 17-й, я на своем автомобиле. Какой автомобиль у вас, получается, мой? Ивека. Ивека, да? Да. К388 Михаил Харитон. Что за К388? Номер. Государственный Константин. Номер. Константин. 388 Михаил Харитон, 36. Михаил Харитон, 36 регион. Двигался... Да? Да, в сторону города Воронеж. Откуда? С мойки автомобильной. С села Бобякова. Мобильный. Мойки. Поселок, да, он думает. Поселок. Да, поселки Бобякова. Село Бобяково, по-моему, называется. Га Воронежа. В сторону города, да? Да. Воронеж. И на Тамбовском посту, да, получается? Ну, не на посту, у меня в Бобяково они с маяками обошли и остановились здесь. Но остановились здесь, получается. Да, правильно. Остановились здесь, а в маяке они включили на сзади меня, то есть я движу машину. На Тамбовском посту. Но его нет как такового поста-то. Ну, в кавычках. Мосту. Можно. Мосту. Поста его нет, он закрыт. Мосту. Точный адрес. Новоусманский район, я не знаю какой. В Новоусманском районе, да.
Южном районе. Какой здесь километр? Ну, чтобы они не уехали, то посмотрим. Потом они куда-нибудь уедут, потом их я буду ездить искать еще страховку. Или я пойду заберу у них. Меня остановили, да? Угу. Сотрудники. Угу. ДПС. Угу. А какая запрещающая логика? На основании чего вы решили, что это запрещать? Не знаю, у меня сообщение так поступило. Это звучит сообщение так. Вы проверяете? Да. А я проверяю, да. Ну, вы сейчас вот вы убедились, что это запрещающее? Я не считаю запрещающим. Ну, я понял вас. Остановить сотрудники ДПС. Что они вам пояснили? Проводится операция «Анаконда». Ну, я им сказал, что в присутствии операции «Анаконда» должен присутствовать сотрудник ФСБ, которого не было. Следующее его отношение, сказали, будем проверять документы. Я попросил предоставить удостоверение. При проверке удостоверения было выявлено, что оно и у вас, вы еще мне его не предоставляли. Вот. То же самое. Да, можете показать. Ну, вот у вас, видите, то же самое. На вашем удостоверении, я не буду его вам показывать, нет. А вот я вам пояснить хочу. Вы откройте его, посмотрите внимательно. У вас по ГОСТу вот эта печать должна стоять не менее 4,5 сантиметров. Это раз. Во-вторых, вот эта роспись, которая стоит, там должен по всем нормативным актам должна быть расшифровка, подпись, кто вам ее выдал. Понимаете? Она у вас получается незаконная. Производит операция «Анаконда», да? Да. Дальше что? Его вытащили. Ну, потом он отдал документы, они пошли сверять. Да. Попросили, да. Да. Ну, я им предоставил документы, они пошли сверять. Алло. Алло. Документы. Меня нет? А? Не наличники? Документы, что я не вижу, что никого. Они уехали? Может, они уехали. Ну, ё-сёно, все эти... А может, с той стороны стоят там? Пойду, я, наверное, возьму, потом напишем. А то, не дай бог, они уедут. Еще без страховки, что ли, поедут. Да. Ты пойми правильно, ну тоже... Да, не, не. Отдел оперативный номер 1, МВД России по городу Воронеж. Старший лейтенант Проюков Сергей Владимирович. Пожалуйста, мое удостоверение. Благодарю вас, товарищ майор. Благодарю. Нам получилось, мы получили сообщение о том, что у вас по данным палатке забыт преступным путем и необходимо посмотреть, что делать. И вас спросить по этому. А вы сейчас где-то видите палатку? А вот у вас палатка, у вас самая раскрыта. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте. Где здесь палатка? Не той, да? Наверное. На камеру так. Можете что-нибудь сказать? А что сказать? Вы кто? Какая разница, кто я? Человек Российской Федерации. Гражданин города Воронеж, наверное. Мимо шли. Товарищ майор попросил. Не майор, капитан. Нет, майор. Надо в зёрнышке разбираться. Просил бы старлей. А. И подошли. А вот второй, наверное, понятой. Здрасте, подойдите, пожалуйста, на ничего. Сообщение поступило, что здесь находится покушенная палатка. Вот здесь сумка. Сумки у меня открыты. Сейчас выйдем на МЧС, возможно, там что-то запрещено находится. Сумка. Вот. Я прошу вас участвовать в качестве понятых. Ребята, вот этот хламидиоз. Последующими изымем палатку, вот, и дальше будем работать, решить, принимать решение. Вот. Вам ситуация ясна, да? Вам ясно, да, мужики, ситуация? Весной мы здесь тоже стояли с дальнобойником. Я видел. Ну,
Вам ясна ситуация вообще? Ну вы тоже здесь уже больше часа стоите. Да и со вчерашнего вечера вообще. Я просто вчера не видел. Я представился, а вы не представились. Как вас зовут? Я свои документы показывал товарищу старшему лейтенанту. Я здесь мимо прохожу. Вообще. Я свои тоже вам показывал. А, вы хотите мои документы увидеть? Просто да, покажите документы, вот так, чтобы я к вам мог обратиться. Вам документ именно или сказать просто, как документ меня зовут? Покажи, что я мог к вам обратиться. Вы же можете назваться разными именами. Правильно? Я всегда называюсь тем, кто являюсь. В отличие от моих. Да ничего, записать. Документы есть. Товарищ старшего лейтенанта, записано все. Понимаете, мне будет сложно показывать одновременно и вести эфир. Пока я достаю свои документы, товарищ майор, вы хотите сказать, вот этот хламидиоз, который лежит, вам поступило сообщение, да? Да. Что добыто преступным путем. Да. Покажите, пожалуйста. Вы говорите да, вот, вот сейчас в камеру. Да, я сказал да. Есть сообщение. Это все ваше. Это ваша листовка, это моя листовка нашей организации. Все, можете забрать, почитать. Приобщим материалом. Материалом хотите приобщить? Да нет, приобщим. Мне-то его сдавать, то все равно. Ну, приобщить. Пускай почитают. Тут ничего страшного нет, этот, по-моему. И попросили предоставить свои документы. Для чего они попросили предоставить сотрудники ДПС? Ну, для проверки. Пробивки транспортного средства. Проверки транспортного средства. Да, на какие-то там, не знаю, действия, пойдется, связанные с чем-то. С чем связанные, с угоном, может быть. Не знаю, с чем. Mm-hmm. После чего? После чего сказали, что там какие-то есть на мой, по номерному знаку прицепа наложены... Не знаю, что там, какие-то действия какого-то... фамилию какого-то пристава и т.д. и т.п. Ну, после этого появились вы и отдали мне документы. Пристав не появился. Сказали, приедет пристав и будет со мной разбираться. Пристав не приехал. Приехали вы с железнодорожного отдела, хотя я нахожусь в Новоусманском районе. И вот теперь вы так, пробуете с меня взять какие-то объяснения. Теперь вот по факту вот этих вот плакатов, каких на машине наклеены. Но это не плакаты. Ну, не плакаты, реклама. Это не реклама. Вы знаете, что на размещение на автомобиле не является рекламой? Ну, что вот это? По закону. Что это у вас сейчас? Это принадлежение к организации. А остальное выражение моего мнения. Да. Моего мнения, как мы поясним да, это? Да, моего мнения. Как я отношусь к системе, допустим, Платон. Вот на моем автомобиле, правильно? На моем личном автомобиле размещены организации, наклейки организации и мнение так, как я отношусь к системе Платон. И все. Плакаты. Не плакаты они, как? И мнение. Наклейки. И мнение. Да. Но на размещение на транспортном средстве можно. О том написать. Сейчас, о том, как, когда, как я отношусь. Как мой взгляд на систему Платон, наверное, или как взгляд, или я никак правильно. Системе Платон. Да. Платон. Выражает свою гражданскую позицию, да? Да. Лично. Да. Алло. Да. Сейчас, секундочку. Это ноль. Что там на рынке? Кто сообщение сделал? Где тут все два?
Да ничего, я разываю, позвонил, он что-то сбросил. А? Не. Ладно, сейчас-то разберемся. Что там мы хотели добавить еще? Да и что там написано? Ну что, выражать свою гражданскую позицию этим своей этой наклейкой на автомобиле. Да, и еще размещение на автомобиле наклеек не является агитационным материалом. Агитационным материалом, да? Да. К такой же можно приравнять любую автомобиль, оперативный автомобиль УВД, ГУВД. У них тоже размещены наклейки. Так, по факту, вообще там уже были материалы, да, у вас зарегистрированные неоднократно, да? В смысле? Ну, там, постужил, да, вот это что-то. Ну, у меня было, да. Все там. У нас в суде там все на обжаловании было. Все, в принципе, по этому факту, правильно? Больше добавить все. Нечего. Больше ничего добавить. Было 1.19 часть 2 или 3, я не помню, не причинили регистрацию, за которой она получилась, она считает незаконно этого обзора. Все, ваша вам не обязан. Я вам предоставил свои документы. Если у вас какие-то есть ко мне вопросы, хорошо. Обращайтесь, пожалуйста. Спасибо. До свидания.